Музейно-выставочный центр – это современное, динамично развивающееся учреждение культуры, сотрудники которого, помимо традиционных экскурсий по музейным экспозициям, проводят обзорные пешие туры по городу, как для индивидуальных слушателей, так и для организованных групп. Стараемся внедрять интересные формы подачи, различные интересные факты выискиваем, чтобы рассказать нашим гостям, нашим экскурсантам, но и обязательно внедряем современные технологии. В 2023 году музейно-выставочный центр победил в конкурсе социальных и культурных проектов компании «Лукойл» с инициативой «Узнать Когалым за 60 минут». На средства гранта были приобретены радиогиды, которые вывели пешие экскурсии на новый уровень. Маршруты бывают у нас абсолютно разные, будь то связанные с религиозной или духовной темой, или просто, например, прогуляться по улицам нашего города, узнать, где жил тот или иной знаменитый, известный человек нашего города. Поскольку с каждым годом в Когалыме появляются новые достопримечательности, востребованность экскурсий по знаменательным местам города растет. Особенное внимание уделяется мероприятиям для ребят разного возраста. Например, старшеклассникам и студентам проводят экскурсии в сквере имени Грайфера, в котором увековечена память о выдающихся нефтяниках. Такие экскурсии носят в том числе и профориентационный характер.